Психологизм – это наука, которая возникла в католической среде. Потом она появляется значительно позже у протестантов. И совсем поздно она появляется в нашей церкви. Первоначально термин «секта» использовался католиками по отношению к лютеранам, а лютеранами по отношению к католикам. Кстати, лютеране до сих пор в своих современных работах называют демократическую церковь сектой. В то время важно понять, что сектантство – это явление, которое не возникло в момент великого раскола Западной Церкви в XVI веке, когда в 1519 году католический священник Мартин Лютер прибил свои известные тезисы к воротам Виттенбергской церкви. Сектантство в той или иной степени было всегда. Но в церковной традиции этот термин не использовался. Использовался термин «секта». Я с вами говорил об этом, что многие современные православные крупные религиоведы, они вообще не приемлют термин «секта». Они считают, что есть некая опасность в этом термине. Я помню, что когда проводили первые рождественские чтения много лет назад, то один светский человек, ученый, он пытался сформулировать, что такое секта. И когда он сформулировал, стал православный священник и говорит: вот все, что он сказал, применимо к православным. Так же, как и к баптистам, и к адвентистам. Поэтому для нас это неприемлемо. Есть разные определения как бы термина «секта», но, на мой взгляд, самое такое правильное дается далее в его словаре. Секта – это группа верующих, которая отделилась от господствующего вероучения, от господствующей церкви. Секты, они никогда не существуют, вот, что называется, на голом месте. Секта – это как та маленькая рыбка, которая питается за счет акулы, вокруг которой она плавает, если там какие-то кусочки мяса отскакивает от зубов акула, она маленькая рыбка берет их. Поэтому все секты, они рождаются как форма протеста против господствующей религии. До революции этот термин использовался по отношению к греко-российской православной церкви. Так называлась наша церковь до революции. Греко-российская православная церковь. Но возникает сектантство вот из тех сект, которые активно действуют на территории нашей страны, на Западе. Хотя у нас тоже были свои секты. Наши секты являются рецидивом великого раскола XVII века, того самого раскола, о котором Александр Савич Солженицын сказал: если не было бы раскола XVII века, не было бы революции XVII года. Раскол совершил самое страшное, что можно было совершить. Он расколол общество на две части. Причем раскол осуществлялся сверху,
по инициативе верхов, иногда расход идет снизу, а потому что сверху приказным порядком. Поэтому с точки зрения таких наших историков, которые принадлежат к нашей церкви некстрообрядческой, Каптерев, Голубинский, раскольниками были Никон и царь Алексей Михайлович. Но ни в коей мере не те люди, которые оставались верны тому строю, чину, который был до них. И пока еще никто не опроверг заявления этих наших крупных специалистов. Это дореволюционные профессора наших академий духовных. И более того, в 1971 году Русская Православная Церковь Московского Патриархата провела собор поместный, на котором сняла все проклятия со старообрядцев. Фактически Церковь признала, что то, что сделал Никон, оно не являлось делом Божьим. Представьте себе, Москва 17 века и огромная страна, наполненная людьми, которые крестятся двумя перстами. Никон приглашает двух патриархов западных и добивается от них, чтобы они прокляли всех, кто крестится двумя перстами. Это объявили в московских храмах. Но вся Россия продолжала креститься двумя перстами. Это сейчас можно включить телевизор и узнать там какое-то решение, было принято, сигнал там. И, собственно говоря, перевес в сторону противников старообрядчества, он обозначился только к концу 18 века, когда гонения против старообрядцев достигли таких масштабов, что люди просто не могли выстоять. У старообрядцев отнимали детей и отдавали их на воспитание в монастыри, насильно отнимали детей. Погибло огромное количество людей, были казнены, это мы знаем, там Аввакум, еще кто-то. Были казнены епископы, которые были верны старой вере, в частности, епископ Коломенский был казнен. Был вырезан Соловецкий монастырь, когда царским указом монахов за ребра подвешивали, кожу сдирали. Но Соловецкий монастырь не принял реформы Никона и последующих крещений. Когда привезли никоновские книги, они сказали, а у нас есть книги, которые ручками Зосимы и Саватии списаны. Псалтырь, который Зосима сам написал, служебник Саватия. И они говорят, мы сейчас сравним, посмотрим. Стали сравнивать. Сравнили, говорят, у вас книги другие, писали их. И была осада монастыря, очень такая длительная осада. Многие священники нашей церкви и епископы считают, что мы должны совершить акт покаяния перед старообрядческой общиной разных согласий, потому что те методы, которые использовались по искоренению старообрядчества, они не выдерживают никакой критики. Это была какая-то бесовщина явная. Но были епископы и миссионеры, которые все делали для того, чтобы смягчить вот такой государственно-командный удар против старообрядчества. Например, по законам Российской империи, если человека судили за преступление, совершенное на религиозной почве, это считалось смягчающим обстоятельством, потому что это часть его вероубеждения. И миссионер, который выступал свидетелем, обычно защищал такого человека. Он объяснял, он с детства был так научен или доказывал, что вот он искренне поверил во все это. Ну что же, мы будем казнить человека за его вероубеждение.
Там будем как латиняне. И вот на волне старообрядчества, которое раскололось, оставшись без епископов, потому что их епископы были уничтожены, вскоре вымирает духовенство. Кого-то убили, кого-то сожгли, кого-то голодом заморили. И старообрядчество превращается в две группы. Это поповцы или беглопоповцы и беспоповцы. Беспоповцы – это те, которые не держались за священников, пока не были живы. Те, которые никогда не были с Никоном, которые старого положения, все как положено. Эти священники запасали святые дары, совершали службы, запасали святые дары, и у беспоповцев сохраняются эти дары. Человек причащается один раз перед смертью, если ему удастся. Запасалось все, что можно было запасти, но когда вот умерли священники, их не стало, то одна часть старообрядцев сказала: все, мы теперь, наши священники, это вот те, которые на небесах, мы церковь последних времен, благодать взята, апостасия, всемирное отступление. Наши епископы – это Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, святитель Николай, а в мире правит Антихрист. Это движение стало называться «Беспоповцы», и оно вскоре разделилось на два направления. Это поморцы, самое большое направление, и федосеевцы. Это происходило уже в 18 веке. Поморцы признавали возможность брака. Когда, значит, юноша и девушка приходят к начальчику и просят благословить их на совместную жизнь, начальчик говорит: у нас нет священников, мы не можем совершить чин венчания. Но есть Божий заповедь: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Вот исполняйте эту заповедь, сохраняя верность друг другу. Так решили поморцы. Федосеевцы сказали: не может мужик, начетчик, выносить такое решение, как бы венчать. Пусть не совсем венчание, но все равно как. И мы отменяем все браки, все венчания, все. Будем стоять твердо, без семейной жизни, без каких-либо отношений. Они существуют 300 лет. Уже. Возникает вопрос, как они существуют. Да. Ответ очень простой, интересный. Но рождается ребенок в такой семье. Откуда она берется, сейчас вы поймете. Ему говорят: ты живешь на Антихриста. Благодать в лице священника, носителя благодати, епископа, декана, все забрал Антихрист. Верных вырезали, сожгли, в земле закопали, собакам скормили. Поэтому ты не сможешь создать семью. То, что мы тебя наблудили, это наш грех. Мы теперь до старости будем замаливаться и не знаем, простит ли нас Господь. Но ты, родимый, вот настрой себя на девство и будь девственником. Были же монахи, которые вот от юности и до смерти. Ну и вот мальчик настроил себя на то, что у него никогда не будет семьи, не будет невесты. Он ходит в церковь, стоят там порознь, справа мужики, там, слева, значит, бабы, дети на клиросах порознь стоят. Ну, ему там 10 лет, он все с пониманием относится, там, 12 лет, 13, 14.
15 лет, он уже засматривается на кого-то. Ему 17 лет, он уже не может. Разговаривается с какой-то там и говорит, ну, давай жить, что же делать-то? Я тебе буду верить, ты будешь верна мне. Вот перед Богом беру тебя. После этого они идут к начетчику и говорят, сблудили мы. Начетчик говорит, ну, коль уж так получилось, выкидыши нельзя делать, это запрещено. Вытравлять тоже запрещено ребенка как-то. Если дети у вас народятся, вот их уже воспитайте в детстве. Хорошие монахи. И вот так они продолжаются уже достаточно длительное время. Но, естественно, их меньше. Их меньше. Потому что в них есть люди, которые действительно сохраняют детство, несут монашеские послушания до сих пор. И вот тот человек, который создает такую нелегальную семью, у них черта есть в храме, за которую он заходить не может. Но когда он нарожал уже детей и уже понял, что надо подумать о душе, он идет к начальнику со своей супругой и говорит, не можем мы, не могем больше в блуде, покаяние приносим церкви, матери. И им разрешают пересекать эту черту, но они уже никогда не вступают в отношения. Вот такие расколы были у беспоповцев. У поповцев была ситуация сложнее. Сначала были беспоповцы. Еще при Аввакуме люди, положенные Никоном, стали убегать от Никона. Никон был очень грубый, он сам пишет своих челобитных, что он бьет монахов, бьет священников, дерется в алтаре. Когда на соборе 1666-1667 года его спросили, почему ты бьешь людей? Он сказал, я как отец любящий, в Писании сказано, любящий отец, он наказывает сыновей. Но его это вменили в вину, из обвинений было против него, вселенский патриарх. И старобрядцы, беглопоповцы принимали таких людей. Принимали. Старые умерли, и остались уже только такие. А кто убегал из церкви? Ну, залетчики. Кто-то там запил, там, уже на грани запрета, там, кто-то еще что-то не творил. И вот они туда убегали, и старобрядцам надо было разработать учение о том, что благодать действует через недостойных. И они провели мощнейшие исследования и разработали учение святоотеческое с огромным количеством цитат, что действительно благодать действует и через недостойных священнослужителей. И, в принципе, определить степень достоинства быть священником просто невозможно, а епископом тем более. В любом случае, благодать она немощная врачует, а сподевающая восполняет. Но в XIX веке беглопоповцы захотели найти себе епископа, чтобы у них было трехчинное священство. И они отправляют двух монашествующих, Павла и Алипия, золотом. Старобрядчество, кстати, вело очень хороший образ жизни. Они трезвый образ жизни вели, много работали, поддерживали друг друга, артели, фабрики, заводы, мануфактура. Вот если вы прочитаете книгу Ленина Владимира Ильича «Развитие капитализма в России», я считаю, что это одна из лучших книг, может, единственная хорошая книга у Ленина. Он показывает, как мощно развивалась наша экономика,
как мануфактура, фабрики. Там везде старообрядческие фамилии. Везде. Там Рябушинские, Морозовы, значит, Павловы. Везде старообрядческие фамилии. Известные причем старообрядческие фамилии. И с деньгами проблем не было. У нас было эти деньги. И у них была вера в то, что где-то должен сохраняться истинный епископ. И Христос сказал, создам церковь мою, врата не одолеют ее. И они искали, они были в Иерусалиме, они сначала поехали в Иерусалим. И наблюдали, как там молятся греки. Они внимательно смотрели, беседовали, золото открывало им везде. Проход, с ними общались, с ними разговаривали. Но когда они делали предложение, что вот мы хотим, чтобы нам дали епископа, который поддерживал бы наш обряд, они заметили, что у греков разные обряды. Тоже нет какого-то единого обряда. И говорят, ну пусть у господствующей церкви будет свой обряд, он будет свой. Но так как мы мощные люди, а те держатся на государственной силе, а мы сами крепки, мы будем поддерживать ту церковь-мать, которая нам даст епископа. Но им отказывали, боясь преследования со стороны Российской империи. За ними следили царская охранка, ветка, как тогда это называлось, я не вижу, представляю, за ними следили и знали, куда они поехали, зачем. И в Боснии они находят на покое пожилого митрополита Амвросия, который не был в запрете, имел право служить. И они ему предлагают, человеку, который уже решил, что жизнь идет к закату, что все уже как бы потеряно, возглавить многомиллионную церковь, где богатейшие кланы спонсоров, которые будут заботиться о нем. К тому же он был епископ из вдовых священников, и у него были дети. И потом, когда господствующая церковь, наша церковь, пыталась оспорить как бы действия Амвросия, они говорили, его подкупили просто. У него сыновья были, может быть, не его самого, но он сыновей его подкупили, потому что известно, что они стали хорошо жить. Амвросий дает согласие. И они через Австрию решили въехать на территорию Российской империи, ввести Амвросия. Охранка узнала, они сразу задействовали всю дипломатическую службу, и австрийское правительство не арестовало, конечно, Амвросия, это был бы скандал. Они запретили ему выезд с территории австрийской, вот этой, австро-венгерской империи, как она тогда называлась, не очень знаю. И поэтому шутливо наши предки называли это согласие австрийское. А это австрия, то есть немецкая какая-нибудь церковь, не наша. Сами они называют себя Белокореницкое согласие, потому что в Белой Коренице они провели съезд, на который прибыли кандидаты на рукоположение, их отобрали, дали им письма рекомендательные и отправили к Амвросию. Амвросий рукополагал. Это согласие самое крупное в старобрячестве, оно имеет трехчинное священство, но здесь серьезные проблемы. Апостольские правила, правило номер один, епископа рукополагают 2-3 епископа. Пресвитер рукополагает один епископ, диакон один, а епископа 2-3 епископа. Но старобрядцы люди дотошные. Они, кстати, очень начитаны. Их начетчики
настолько владели текстом, они просто говорили. Значит, лист восьмой, колонка слева, в древних книгах разворот имел один номер. А колонка справа, слева, это по памяти уже, в древних книгах. Среди известных таких начальщиков был Зеленков, молодым умер, чуть ли не 28 лет, но побеждал в диспутах, очень мощно знал. Много фамилий, Мельников, Пахомовы, разные были известные такие начальщики. Арсений Уральский, старший епископ, он устраивается, он больше начальщик. И, значит, для митрополита Амвросия в Австрии строят монастырь. И чтобы похоже было на Москву, делают точную копию колокольни Ивана Великого. Но наши купцы могли себе так точную копию. Они выверили все и построили там точные копии некоторых кремлевских соборов, просто точно. Лучшие иконописцы расписали, как положено, старых иконов, перевезли туда древние иконы, какие смогли. И там возникает вот такой центр, можно сказать, среди Европы. И они оттуда руководят. Амвросий сразу положил в Киев, насколько я помню, в Казань и в Москву епископа. А начальщики выискали в житие святителя Иоанна Златоуста, что он, будучи запрещенным, под запретом, соборным причем, императорским, единолично рукополагал в бане, в церкви, ему не разрешали находиться, когда в гонениях был Златоуст от царицы Евдоксии и собора, был такой лжесобор, первый, второй, он рукополагал епископа. И впоследствии, когда отношение к Златоусту изменилось, и потомки Евдоксии принесли покаяние перед гробом святителя, никто не оспаривал этих епископов. Хотя он единолично их плакал. Настолько был его авторитет. Кстати, Златоуста в его гонениях поддерживал только римский папа. Такой исторический парадокс. Поэтому в полемике со старобрядцами у нас это был аргумент. Мы говорили, да, он рукополагал один, но согласие другого. Таким образом соборность присутствовала. Там еще Папа Римский был. Он был православный тогда, это же 4 век. А раскол произойдет только в 1054 году между католиками и православными. Эта церковь имеет в Москве центр на Рогожской заставе. И эту заставу им подарила государыня императрица Екатерина II. И старобрядцам, беспоповцам, по-моему, тоже она же по той же причине. А причина такая. В Москве была чума. И все разбежались, все врачи разбежались, и все при Екатерине II. И старобрядцы создавали команды похоронные, и они хоронили москвичей. Они заходили в дома, они вычитали в Библии, что один муж был честивый, хоронил людей. Это, по-моему, книга Наимии.
И Бог его за это благословил. И они создавали похоронную команду, и они очистили Москву. И государыня императрица встретилась со своими верноподданными, кстати, Трабрец всегда молилась за своих государей, и спросила: что вы хотите, детки мои? А они говорят: матушка, тягостно нам, церквей нету, у нас все, ни княни отобрали, иконы наши сожгли, уничтожали, книги сожгли, мы их все сохраняем. И она дала разрешение каждому, и им дали вот эти два центра в Москве. И они дискуссируют, что эти два центра, там действуют духовные училища. Но в начале 20 века появляется третье направление в старообрядчестве, когда ряд епископов, которые поддержали революционные процессы, там, близкие к обновленчеству, там, но были и стихеровцев, они решили искупить вину церкви. Им показалось странным совпадение революции 17-го года, как бы указ на 17 век, за что это постигло. И группа епископов, человек 5-6-7, переходит в старообрядчество. И они начинают рукополагать кандидатов. Уже это не один епископ, уже нельзя сказать, что тут нарушение апостольского правила. Это направление называется новозыковские. Новозыковские. И в центре Москвы находится это Красный храм на Павелецкой, где трамвайные пути в сторону Святого Тихоновского университета. Новозыковские. У них сейчас глава церкви патриарх Александр Тумов, московский всеобщий. Но народу у них почему-то очень мало, я не знаю почему. Но большая часть это у белокореницких. Их возглавляет митрополит Корнилий, бывший депутат Орехово-Зуевского горсовета. Но с детства ходил в старообрядческий храм, был старостой, человек такой тверезый, строгой жизни. У старообрядцев сохраняется принцип соборности. Например, как мне рассказывали, Корнилий выходит из алтаря, к нему подходят мужики и говорят: слушай, владыка, вот ты сегодня не так сказал, давай обсуждать. И он обязан садиться с народом на лавке и обсуждать. И старообрядцы с достоинством, они говорят: у нас соборность сохраняется. А вы попробуйте остановить своего епископа, когда он бежит к машине под парами, с каким-то вопросом, богословским. А там этот принцип строго содержится, и он опирается на правила святых отцов, которые говорят, что миряне вправе испытывать на веру своих епископов. Но минус старообрядчества — их не поддержала Вселенская Церковь. Поэтому с точки зрения канонического права классический раскол. Ни одна из поместных церквей, ни один патриархат вселенский не поддержал их. То есть отношение к ним остается со стороны греков такой же, как с самого начала. Но им разрешают, вот если они хотят поехать в Святую Землю, они договариваются через Московскую Патриархию, чтобы им разрешили как Богу Господню подойти, там, помолиться. Им разрешают это делать. А у теперешнего Корнилия были очень дружественные отношения с патриархом Алексеем II, они постоянно были вместе. И когда патриархом стал Кирилл Святейший, то владыка Илларион посещал Рогожскую заставу,
встречался с митрополитом Корнилием, и он сказал, старообрядцы это публиковали на всех своих сайтах, что раскол 17 века нарушил некий дресс-код, самоидентификация нации была разрушена, поэтому действительно это было преступление неоправданное против культуры, против церковного единства, соборности, но произошло так, как произошло. И эти слова владыки Лавиона очень оценили старообрядцы к общественности. Уважением относится к такой политике. Да, надо сказать о том, что в 18 веке, рассказ о старообрядцах был неполным, если бы я об этом не сказал, в 18 веке владыка Платон создает единоверие. Единоверие. Что такое единоверие? Единоверие – это храмы, которые подчиняются господствующей церкви. Но там все по-старому. Там служат только по старинным книгам. Там обряды только старые, старорусские обряды. Иконы только старого письма. Богослужения, никаких сокращений, только по-старинному. У женщин обязательно платки, обязательно закрытые волосы. Ну, у них там целая культура, там эти петель всяких там. Православие же, оно представляет интерес в разных направлениях и для этнографов. И особенно старообрядческое православие всегда интересовало этнографов. Но известный Мельников Печорский, который написал романы в лесах, на горах, он собирал фольклор старообрядческий, московский, малаканский. Единоверие до революции было очень развитое явление. Поддерживал митрополит Антоний Храповицкий единоверие очень активно. Он освещал храмы. Сейчас, как бы, кто вот четко поддерживает единоверов, правильно делает свою политику, это митрополит Ювеналий Крутицкий и Коломенский. На территории его епархии есть единоверческие казачьи свободы, храмы. И когда владыка Ювеналий, он полагает им священника, это старообрядцы мне сами рассказывали, он приезжает и говорит: вы мне так подсказываете немножко, потому что какие действия, вы-то знаете все. Я уже полагал, может, что-то забыл. И вот на него одевают старое архиерейское облачение, древнее, как-то старину. А, значит, у священников есть отличия в облачениях. И все по старым книгам, и там действия определенные. Каждение совершается, значит, не так, как у нас, а в другом направлении по храму. То есть наша церковь надеется, что рано или поздно произойдет воссоединение. Но из старообрядчества, как из прецедента, выходили разные секты. Это были дрожжи для возникновения русского сектанства. Потому что у нас есть евхаристическое общение с ними? Как? Евхаристическое общение есть? Нет, у нас нет ни евхаристического, ни молитвенного общения. Но мы признали, что обряды равны благодати. Это было признано на соборе 1971 года по местной церкви Московской церкви. А с единоверцами, да, пожалуйста. Единоверцы могут причастить. Батюшка, скажите, пожалуйста, как так обряды равноблагодатные, а евхаристическое общение? Равноблагодатные. Да, евхаристического общения нет. Обряды равноблагодатные. А воссоединение не произошло между церковью. А почему, что мешает, если обряды равноблагодатны? Извините, мы признаем римский обряд. Мы признаем римскую мессу. Она составлена древними отцами. Мы сами служим на римскую мессу во время Великого Поста.
Это литургия прежде священного дара. Ее составил римский папа Григорий Богослов. Одно дело отношение к обряду, другое дело отношение к разным церквам. Дело в том, что старообрядцы друг с другом-то они в очень напряженных отношениях. Они могут встречаться на ярмарках, там, беседовать, но они никогда молиться вместе не будут. Они есть вместе не будут. Хотя на Рогожке вот харчевню они открыли, очень хорошие, вот там в пост можно поесть, хорошо. Квас у них хороший, без сахара. Я всегда там 4 харчевни кладу. В косоворотках мужики такие готовятся, иконы там все висит, как положено. Но дают одноразовую посудочку. Потому что если бы они давали бы стеклянную, они должны были бы тебе ее разбить. Чтобы ты понял, что никакого молитвенного общения тут нет и быть не может. У старообрядцев, но самое последнее, что можно им сказать, у них есть сакральное учение о граде Китиже. Что когда татары пробивались Китежу, к озерам Китежа, и подошли к городу, очень богатому, старорусскому городу, где был много храмов. Вдруг туман, и в тумане татары, хотя был предатель, который их вел, они потеряли этот город. И когда туман рассеялся, они видели озеро и в нем отражение этого города. И в ужасе они покинули это место, как колдовское. Старообрядцы, вот, божатся, крестятся, рассказывают мне. Вот говорят, когда мы были маленькими, нас возили родители туда. Вот дети до 12 лет, если на зорьке они сядут на бережку, то сидим на корточках и смотрим, слышим колокольный звон, видим свет маковок и какое-то движение. После 12 уже ни девочка, ни мальчик этого не видит. Они возят туда своих детей, и причем, что интересно, они говорят, они конянские дети, знают об этом, и иногда тоже вот перед восходом солнца садятся на корточках и слушают. И вот колокольный звон, пение какое-то церковное. Вот у них такая вот мистическая есть составляющая. Когда был диспут у старообрядцев с отцом Данилом Сосоевым, и у них не хватало аргументов, один вскочил старообрядец и говорит, а как же град Китеж, он же есть. Мы все так аж удивились, я же слез на глазах появился. Думаю, значит, какая-то простота какая. Батюшка, а почему они наше крещение не признают? Вопрос о том, что они признают крещение полное, полное погружение. Если вы докажете, что будет крещение полное погружение, но так как в советский период к нам понаехало много духовенства с южно-русских земель, которые крестят обливанием, то они стали очень подозрительно относиться к этому. Потому что раньше, насколько я знаю, такого не было. Ну, к сектам давайте подойдем. Значит, старообрядчество оказалось хорошей средой для развития сект. Не случайно, что Мельников пишет как бы двулогию. В лесах – это рассказ о старообрядцах, а на горах – это рассказ о Христа. Первая, наиболее такая заметная секта, русская, это христоверы, хлысты. До них были секты заезжие, были богомилы, в 15 веке жидовствующие были, но это заезжие. А вот то, что называется наши, доморощенные, это христоверы. Был такой Данила Филиппович, по-моему, Данил Филиппович, да. Он пытался разобраться в священных книгах. Читал, ничего не понял. Собрал их в один узелок и утопил в оке.
А когда баба, с которой он жил, пришла, говорит, а где книги? Он говорит, я их вахеру добил. А она говорит, а как же веровать теперь? Он говорит, асм ес, Господь Бог Саваоф. Он объявил себя Господом Богом Саваофом. И поверили, соседи стали забегать. Начинается движение. Никакая секта никогда не распространена на территории России, и вряд ли распространится так, как христоверы. Движение перекидывается на все центральные уезды. Вспыхивает Москва. На тайное сборище христоверов приходят монахини Новодевичьего монастыря, архимандриты московские. Проходит собрание следующим образом. Они снимают с себя всю одежду, одевают белые балахоны, начинают по кругу бегать, кричать, шуметь, впадают в транс, поют. И такая катафония, вводят в состояние транса, кружатся на месте, видят видение. На одном из таких родений основатель секты назначает сына возлюбленного своего, он же Саваоф. Это был Иван Суслов, очень хороший православный христианин, но овдовев, он впал в крайнее уныние и попал под влияние этих сектантов. Он был очень строгой жизни, как описывают, до ухода в секту. И на одном из родений этот основатель дунул на него и говорит, я ас ныне родихте, а ты сын мой. И объявил его Христом. Сам основатель секты, по одной версии, он был казнен, схвачен стрельцами и казнен. По другой версии, просто умер во время родения от разрыва сердца. А по христовской версии на огненной колеснице вернулся на небо. Прямо в залу, где было родение, влетела колесница, он зашел, ну, раз и влетел. Христовский центр в Москве был на Пушкинской. Вот этот музей революции. Там такие странные львы. Художник не видел львов, вот таких каких-то. Кикимор. Вот там хвосты собирались. Потому что тамошние хозяева, графья там или князья, они тоже были хвосты. Ну что, что были втянуты представители высшего дворянства, они стали уже мистически осмысливать это явление. Возникла своя теология. И в учебнике по сектоведению конца 19 века я прочитал такую фразу. Нету ни одного русского города, села, веси, где бы не было Христа. Вот такое было большое распространение этого движения. От них отделяются молокане. Произошло это следующим образом. На рождение вдруг один мужик вошел в такой экстаз и пошел в присядку. Обычный русский танец. Присядку, значит, и псалмы Давида петь начал. Вот такие мелодии обычные. И родение остановилось, его отлучили. Он сказал, а Давид как, скакаша и граша, да, Давид, царь, скакаша, граша. А вы, Мэйл Холла, вы засохнете, а мы будем дальше. Как прыгали пред Господом, будем прыгать. И они отделились от хвостов. Движение распространилось тоже очень быстро. Они стали называться молоканами. Почему? Потому что в Писании есть текст, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, то есть Слово Божие, чтобы от него произрасти в вере. И молокане говорят,
ребенок, младенец, он же мясо не ест, хлеба не ест, только молоко. Так и мы молока, мы только Слово Божие признаем, больше ничего. Так они на своих собраниях, у них собрания проходят как? Вот собираются люди, я в Тамбове посещал собрание, туда, садятся вот так, на лавках в круг избы, в квадрат избы, что-то типа кафедры такой, стол приподнятый, Библии лежат. И вот они начинают петь, поют тексты из Библии. Но поют так задористо, что это переходит в пляс. Значит, сначала там мужик на счетчик начинает выдавать там какие-то пируэты, потом бабушки прихлопывают, там, подвискивают. И человек, который приходит со стороны, вот даже атеист абсолютно в открытии, испытывает на себе мощнейшее психологическое влияние. Я испытал. То есть, такое ощущение, плясать я не стал, но я заметил, мне нога дергается. Я как раз ее остановил. Думаю, что-то не туда. Был исследователь русского сектантства Бонч Бруевич, известный революционер. Он написал несколько книг про холста, по молокам. Так вот он описывает, что на холстовских родениях ему тамошние христоверы говорили, мы можем любого человека, если вот он придет к нам и пробудет больше часа, поставить на ноги, и он в круг пойдет родить любого человека. Даже там приведите там жандаром какого-нибудь. То есть какая-то мистика там присутствует. Но, похоже, это черная мистика, потому что у христоверов, да, почему христоверы? Они верят в то, что Христос вселяется в человека. Основание слова апостола Павла. Не я живу, но живет он, не Христос. И они верят в то, что одновременно может быть несколько Христов. Причем они не ссорятся друг с другом, они друг друга поддерживают. Но Дух Христов, он же божественный, вездесущий. У них нет конкуренции. Советская власть после революции очень активно поддерживала все секты в борьбе против православия. Были холстовские колхозы, молоканские коммуны, адвентистские колхозы были, баптистские артели, детские. То есть всегда поддерживалось. И был такой Воронков, известный христовер, который решил построить город Солнце. И вокруг него несколько тысяч людей. И колхоз был настолько преуспевающий. Они были ударниками, там, соцтруда, там, по всем показателям. Но в 1937 году всех уже стали нести. И молока, и баптисты. Сейчас главный христовер Российской Федерации, бывший работник ГАИ Сергей Торов, который назвал себя Христом Виссарионом. Он под Минусинском выкупил землю, большой участок, строит город Солнце, как его предшественник приблизительно в тех же местах строил город Солнце. И там тоже несколько тысяч и тысяч людей. В основном попадают в секту Виссариона. Отнюдь не бомжующие, не отнюдь с образованием. В основном технари, заметьте. Вообще технари тянет в какую-то мистику такую абстрактную. Вот если человек какой-нибудь технарь, он может к кришнаитам убежать, там, к Виссариону, тянет в какую-то абстракцию. И вот там много таких людей. Люди продают квартиры в Москве, в Петербурге, в других городах. Приезжают к Виссариону, сдают эти деньги в секту и подписывают бумагу, что не будут требовать денег назад. Там нотариус сидит с вами, печать проверяет все это. То есть и вот эта община, она растет и ширится. Куда делись холосты и молокане? Почему сейчас это такие маленькие реликтовые группы?
западное сектантство подмяло под себя и своим рационализмом разложило все эти секты. Сейчас очень мало. В интернете можете найти сайты Христа Мира, послушать пение молока, там, пение Христова, в интернете найти это можно, но это уже реликты, это не тот размах, который был до революции. Первые баптисты, они называются штундисты, они появляются в 18 веке где-то, штундисты. Сначала это были немецкие колонисты, которые переехали сюда жить. В 19 веке некоторые русские, которые после отмены крепостного права получили возможность наниматься к любому хозяину, они нанимались к немцам на работу. И им было интересно видеть, что один час все собирались в молитвенном доме и учили Библию. И некоторые русские начинают заинтересовываться штундизмом и принимают его. Таким образом возникает вот движение баптистов, это евангелистов, это такие люди, Рябошапка, Проханов, это первые такие как бы основоположники этих движений. Евангелисты, они немножко отличались от баптистов, их ссылали в ссылки, но за счет этого они выпадали из надзора центральных охранительных организаций. И на Кавказе сектантство расплодилось невероятно. Даже в советское время там было очень много сект. Колосков считал себя православным христианином. Он родился в православной семье. Был близок к окружению вот этой секты, к этой секте Иоанита, которая подвергалась преследованию. Батюшка Иоанн не благословлял этих людей на такие действия. Это было такое самодурство. Такое бывает, особенно после смерти какого-нибудь старца. Появляются какие-то тетки, которые начинают говорить, то-то, пишут от лица старца, проверить или проверить невозможно. Так вот, и вокруг святого Ибрая была такая ситуация. Но Колосков пошел дальше. Он разработал свою теорию, что Царствие Божие наступит на русской земле, если люди бросят пьянство, если русский народ бросит пить. И он проповедовал трезвость, и причем очень удачно. Метод был такой, они подходили к трактиру, находили лежащего пьяного человека, который просто ни на что не реагировал, приносили его в центр, мыли в бане, постригали, клали на чистое белье, значит, лампадочка горит, иголка, на стол ставили стопку водки, огурчик, значит, малосольные там грибочки, и сидел утром братец Иван Колосков, ждал, когда он проснется. Человек просыпается, уснул под забором, проснулся, все чистое, запах хороший, водочка потянула. Братец Иван с крестом, ходил с крестом иерейским белым в подрясничке или в косоворотке с крестом. Говорит, похмелись, братец. Да. Человек не может понять, куда в рай попал, на пьяных там, что-то такое. Раз человек похмелился, закусил, и Колосков говорил такому человеку, ты последний раз выпил. Теперь ты будешь трезвенником. И вот все это обстоятельство, как это происходило, человек помнил, что он упал, там, не помнил, но помнил, что в кабаке был.
И вдруг вот так все это меняется. И заходит много людей, начинают его поздравлять, что он теперь трезвенник. И Луначарский описывал собрание трезвенников. Вот два коммунистических деятеля, Борис Буевич и Луначарский, они занимались изучением сектантства. Луначарский описывал, что когда он приходил на собрание колосковцев, там стояли люди, явно бывшие алкоголики, с такими лицами. И они пели от резвости, от царствия Бога, что значит, всю водку мы выли в преисподнюю, и огонь зальем там преисподнюю. Это вот такая одна из малых сект. Колосков был репрессирован и погиб в сталинских лагерях. Была секта Яговисты. Это не свидетели Бога, это русская секта. Основатель этой секты был некто Ильин, штабс-капитан артиллерии. И вот этот Ильин, он влюбился в лютеранку в свое время. И такая была любовь, и она решила принять православие, и даже в православном обозрении эту историю описали, как венчание было. А потом произошел пожар, трагический случай, жена погибла. И вот после смерти жены он не мог найти себе места. И вдруг он интенсивно начинает изучать Библию. Он интенсивно изучает Библию и приходит к странному утверждению. Он говорит, Библия – это великий кавардак, кроме апокалипсиса, и только в моем переводе. Он в духе сделал какой-то перевод. И вот секта ильинцев, она была очень запрещенной. Потому что они отрицали любую форму власти. Это очень похоже на свидетели Бога в этом смысле. И очень странно, что почти параллельно в Америке, в России возникла идеология о культе имени Иеговы и жесткая проповедь теократии. Не признавать никакой формы власти, не служить в армии. Он был заключен Петропавловскую крепость, сидел в тюрьме, то есть в крепости сидел, долго сидел, потом выпустили. Его сидение еще больше привлекло людей в эту секту ильинцев. У них была такая странность. Ильин говорил, все хорошие мелодии, ну, наверное, любил пение русское, русские песни любил. Он говорит, все хорошие мелодии дьявол украл, мы их вернем назад. И он, значит, на слова, точнее на музыку известных русских песен писал слова. И вот, например, песня «Эй, полна, полна моя коробочка, где же мне сидит?» Он сочинил такие слова. Значит, «Эй, кто хочет быть Христовым, марш скорей на третий путь, не смирись с берем багровым и не дайся обмануть, в среде Божией столицы нет жандармов, нет полиции, хоровод ведут девицы, всюду радостные лица, царь Давид в присядку пляшет, Мариам псалмы поет». И вот почти все основные мелодии Ильин, значит, вернул назад, как бы, отнял дьявола и написал стихи. И они пели на своих собраниях. Есть описание, когда Ильин был уже старый человек. Вокруг него собирались, как вокруг пророка. Он что-то предсказывал. Эта сета существует до сих пор. В советское время она преследовалась жесточайшим образом. За одну принадлежность к этой секте сажали, потому что они отрицали бесконечную звезду, они отрицали этот режим, они говорили, что это власть дракона апокалиптического. Ну вот такой как бы беглый очерк о русском сектантстве и о сектантстве в России.